Всем привет, дорогие друзья, с вами Вика, и сегодня мы с вами поиграем в игру «Правда или ложь». Давайте начнем. Три слова, чаще всего встречающиеся в надписях по всему миру, это «I love you». И мы ответили «Made in China». Я вообще этого не знала, знаете. Правда ли, что каждый день Земля становится на 100 тонн тяжелее? Да как это? Дельфины спят с одним открытым глазом. Дельфины спят с одним открытым глазом из-за того, что полушария мозга дельфина спят не одновременно, а по очереди. Пока одно спит, другое что-то там. Аладдин был китайцем. Ложь. Что? Правда ли то, что у летучих мышей прямоугольные зрачки? Правда ли, что касатки – это разновидность акул? Ложь. Самое популярное слово в мире – это мама. Окей? Что? Как окей? Как окей? Существует ли смертельная доза шоколада? Да. 10 килограмм шоколада, а что 9 не является? Правда ли, что акула является является самка малярийного комара? Комара? А, да. Правда ли, что если солнце погаснет, то население... Да ложь это. Покроется толстым слоем, да, или все живое погибнет, да. У взрослого человека 300 костей. Ёжик носит на спине яблоко, чтобы его потом съесть. Нет. Он носит его для того, чтобы избавиться от блох соком, которые выделяют яблоки. Ну, хотя правильно ответил. Аисты могут засыпать на лету. Ложь. Вы это знали? Зеленый цвет вызывает чувство голода. Ну, ложь. Красный цвет. Правда ли, что ленивцы преодолевает до 100 метров в минуту? Правда? Правда ли, что кошка была королевой? Да, это... Вообще-то, люди подчинялись кошкам. Ой. Правда ли, что медвежонка Тедди назвали в честь Теодора Рузвельта? Это правда, просто... Правда ли, что крысы смеются от чего? Ну да. Женатые мужчины выше не жена. Блин, да, я хотела сказать, правда, конечно. Существует ли боязнь тёщи? У жирафов шеи два... Нет, ложь. У каждого вообще 7 позвонков. У мыши даже 7 позвонков. У человека, у жирафа у всех 7 позвонков. Шейных позвонков. Правда ли, что в одной из стран мира люди живут на кладбище? Да. Да. У них склёпы как дома, там. Они спят, пеленают детей, как бы там. Всё правильно. Самая старая модель в мире, выходящая на подиум всего 40 лет. 86 лет, нормально. Правда ли, что сумма всех чисел в рулетке равна? Ложь. В Норвегии все настолько воспитаны, что всегда уступают место пожилым людям. Блин. Вы прошли первый уровень. Давайте второй уровень. Правда ли, что меню ресторана грязнее, чем то? Правда. Да, на самом деле это правда. Совы не могут двигать глазами. Ложь. Как это? Кал – это разновидность медведя. Мухи очень плохо видят. Это жевательная резинка переваривает... Да. Кролики могут смотреть только вперед. Блин. Папарацци в переводе с итальянского...
Правда? Что? Рыбы, я вспомнил. Могут рыбы менять свой пол. Блин. 1 год жизни собаки равен 7 годам жизни человека. Нормально. Самая сильная мышца у человека это руки. Это мышца руки. Давайте думать. Вроде бы да. У бегемотов розовое молоко. Это правда. У куклы Барби нет фамилии. Это нормально. Срок годности не мёд. Ложь, потому что мёд никогда не портится. У восьминога нет сердца. Это ложь, потому что у него это 3 сердца. Арахис это орех. Это ложь. Арахис не является орехом. Он растет в земле и относится к бобовым. Фанту придумали немцы. Блин, да. Яблоки, картофель и лук имеют одинаковый вкус, если закрыть нос. Да, на самом деле, да. По объему пресной воды первое место занимает озеро Мичиган. Ложь. Верблюды накапливают воду в горбах. Ложь. Они на это жир находится у них там. Биг Бен часы. А третьим ложь. Это знаменитый символ Лондона. На самом деле это не является ни башней, ни часами. Это колокол. Я об этом не знала. Молоко для кота лучшее лакомство. Ложь. 6 месяцев в организме кошек фермент лактоза. Шариковая ручка может писать в космосе. Это ложь. Нормально. Корова единственная млекопитающая, которая не может прыгать. Нет, еще кит. Ослон, а кит. Страусовое яйцо варится быстрее куриного. Ложь. Варится... О, господи. Кряканье утки не имеет эха. Ложь. Я прошла 2-й уровень. Ура, это хорошо. 3-й уровень. Приступим к 3-му уровню. Использование мобильного телефона во время заправки автомобиля может стать причиной взрыва. Но... Ой. Если игральную карту бросить достаточно быстро, она может ранить человека. Вот, да, не может. Золотая рыбка не в состоянии помнить что-либо дальше. Лондон самый дождливый город в Европе. В Лондоне в год выпадает 590 миллионов миллиметров осадков в Риме, 760 во Флоренции, 870... Во Флоренции 870, в Милане 1000, а в Генуе даже 1100. Можно утверждать, что Лондон один из самых сухих городов в Европе. Любой человек может не спать больше недели. Обычный человек может не спать максимум 3 до 5 дней. В Индии пьют чая больше, чем в любой стране мира. Англичане пьют чая больше, чем жители любых других стран. Например, 20 раз больше, чем американцы. Ничего себе. В Мексике больше половины родившихся людей рыжие. В Шотландии рождается больше рыжих, чем в любой другой стране мира. Угу. У яиц близнецов разные отпечатки пальцев. Ну, потому что любой человек имеет индивидуальный отпечаток пальца. Угу. Самый дорогой город в мире – Токио. Вот это ложь. Москва является первым городом в мире по количеству миллиардеров, поэтому она имеет статус самого дорогого города в мире. Ну, это правильно. Все дети рождаются дальтониками. Я не знала. В Индии нет обезьян, это ложь. И в Индии 50 миллионов обезьян. Это вообще... У немецкой овчарки чау-чау. Самые быстрые сухопутные насекомые – тараканы. Существует ли порода собак, не имеющая лай? Да. Басенджи – единственная собака, которая не может лаять. Это правда. Самая быстро летающая насекомая – оса. Ложь. Стрекозы – самые быстрые летающие насекомые. Их скорость достигает почти 100 км в час. Ничего себе. Слониха вынашивает потомство 12... Да ложь, она 22 месяца вынашивает. Слон самое большое животное... Нет. Глубокий, самое крупное животное на Земле вообще.
Самое сильное насекомое на земле муравей. Ну это да. Блин. Жук-носорог. А. Деньги это бумага. Ложь. Деньги делаются не из бумаги, а из хлопка. Самый большой глаз в мире у синего кита. Ложь. Гигантский кальмар имеет самый большой глаз в мире размером с баскетбольным. О, Господи. Может ли человек своим телом довести до кипения чашку кофе? А. Мужчина чише. Это правда. Потому что я уже проходила там чуть тестов, и это была правда. Поэтому обидно, конечно, что хоть и женщины больше за 70 лет, но мужчины все-таки, согласно статистике, 70% мужчин и 55% женщин ежедневно принимают душ. Отсюда вывод, что мужчины чище женщин. Вот так. Книгу в 500 страниц невозможно раздавить. Это правда. Книгу в 500 страниц невозможно раздавить, даже если на нее поставить 20 вагонов, груженных углем. И последний вопрос. Лист бумаги невозможно сложить более 5 раз. Это правда. О. А нет, еще у нас получается 9 вопросов. Чихнуть с открытыми глазами невозможно. Ну это про... Ой. Ну мы прошли третий уровень. И, ребята, на этом, наверное, с вами закончим. С вами была Вика. И всем пока-пока.